Почти 6% выработки электроэнергии в Казахстане приходится на возобновляемые источники энергии. Это около 6,5 миллиардов киловатт в час. Цифры за прошлый год сообщили в Бюро нацстатистики. В основном ресурс производят ветровые электростанции. На них приходится около 4 миллиардов киловатт в час. Затем идут солнечные электростанции, около 2 миллиардов. Вы видите эти цифры на своих экранах. На третьей позиции малый ГЭС, около 1 миллиард киловатт в час. Тем временем угольные станции обеспечивают 66% общей выработанной электричества по стране.